Я мастер прямых эфиров. Особенно неожиданно. Привет, 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 привет. Мы шли, и я говорю, настроение начать прямой эфир. Давай кому-то позвоним. Я вообще хотела кому-то позвонить, но я решила, что... Да, если у меня всегда есть возможность позвонить вам. Почему бы не воспользоваться этим? Всем привет. Hi, hi. Никто-то пишет hi. Hi, hi, hello. You can speak English. Yeah. Кто с тобой рядом? Со мной рядом Полинка. Hello. Полина.Тарасиюк. What the fuck? Так, солнце светит, я ничего не вижу. Что вы пишете? Приятного аппетита, спасибо. Я уже жду новый эдит. Ты видела? Я выставляла в сторис эдитом, где... Нет, ты, наверное, не видела. Сделали, что... Жрать это талант. Это так, жрать это талант. И там видео везде, там, где я ем. Я уже слышу, вижу, как это пополняется. Общаешься с Ваней Дмитриенко. Мне кажется, стоит ответить на этот вопрос. Редко. Передай привет Юле. Передаю привет Юле. Так, что вы еще пишете? Кто-то здесь что-то написал. Почему Open Kids теперь не группа? Вопрос. Open Kids теперь группа. Просто с другими людьми. Такие крутышки нам написали. Да, вот такие. Мы крутышки. Так, ребятки, пишите. Я не виновата. Это все интернет. Лиза, что я сегодня нарисовала? Я сегодня нарисовала очень интересную картину. Она называется «Закаты моего города». Скоро во всех галереях мира. Об этом песню. Приветик, честно, мне уже такой компетент. Да? Так держать. Так поменяешь. Ты общаешься с Лерой? Редко. Ну, общаюсь. Я тоже на Крещатике кто-то пишет. Класс! God damn. Нам кто-то хочет позвонить. Давай кого-то добавим. Позвоните, если не называй это так. Почему? Почему позвонить? What the fuck? У меня сегодня настроение кому-то позвонить. Полина! Так позвони, возьми. Так, давай. Боже мой, смех это что-то. Так, давайте, вот какая-то есть девочка. Лера. Мы с ней свяжемся. Привет! Привет! Офигеть! Как твои дела? Да потихоньку твои как. Потихоньку? Я тоже всегда так говорю, что у меня потихоньку. Нормально, тоже хорошо. Офигеть, я даже не ожидала этого. Офигеть! Чем занимаешься? Дома сижу. Сейчас уроки буду делать. О, это правильно. Не хочу, честно. Скучно. Скучно, мне тоже скучно. Было. Но сейчас нет, потому что Полинка со мной. Офигеть! Только прикольно! Как твоя учеба? Пойдет. Да? Уже скоро заканчивается. 9 класс заканчиваю, иду в кулинарию. 9 класс экзамены? Не, у нас отменили. А ты откуда? Запорожье. Запорожье. Прикольно. У нас не пишут, но ЗНО пишут. У нас много знакомых, которые в этом году пишут ЗНО. Офигеть. Мы пойдем, у меня там пропадет никто. Да, мне тоже так кажется. Там можно как-то перейти или через? Лиза! А ты можешь, пожалуйста, мне в директ ответить? Ну, могу, конечно. Только как бы мне это запомнить?
Просто сделай скрин моего ника, а потом напиши, ответишь. А мне... Я могу сделать скрин ника? Да. Тут не видно. Вот. А, всё. Моим лицом. Ням-ням. Ой, ребят, мы сейчас заходим в переход. Я не знаю, будет ли здесь... Хорошо, я увидела, я сделала скрин. Я отвечу. Полина напомнит мне, если что. Хорошо, спасибо. Можно скрин с тобой? Да. Жить твою стану, да? Спасибо большое. Спасибо тебе. Хорошего дня. Спасибо тебе тоже. Как мне выключить? А вот, нет. Как мне выключить? А вот, нет. Привет! Привет! Как? Ульяна, очень приятно. Сколько тебе лет? 14. А ты откуда? Казань. Класс. Я была в Казани. Я знаю, я не в церковь попасть, очень не видно. Да. Да. Чем занимаешься? А что же ты? Чем занимаешься? Полгода, так смешно, да? Сегодня полгода как распали сухарки. Очень плохо слышно. Я говорю, сегодня полгода как распались группа Open Kids, ты знаешь, сегодня, да? Сегодня полгода? Да. Жалко. Да, капец. Вы же знаете, что... Конец-то всегда начало чего-то нового, да, Полин? Поэтому не расстраивайся. Ну да, кстати, ты сегодня сторис смотрел, спасибо тебе. Спасибо тебе! Очень рада была пообщаться. Спасибо, давай. Хорошего дня! Спасибо, пока. Я могу просто... Обновление в Инстаграме. Пошли. Полина. Ой, смотри, пожалуйста, я писала. Приветик. Мне тут что-то пишут. Я тебе в ТикТок постоянно смотрю и комментарии пишу. Спасибо большое. Всё, Полина, всё! Мы его обгоняем. Я такая тупа. Нам что-то люди пишут. Я ничего не вижу. Какие красивые, спасибо. Я сегодня специально для Полины наряжалась. Тут что-то пишут. Добавь меня, пишут. Давай добавим. Ой, а как мне этого человека добавить? Ты знаешь, блин? Какие запросы? Сегодня сложно. Не ты. Лиза, есть любимое мороженое? Что сделать? Ага. Ну,
Я вообще люблю Макфлури с карамелью. И да. Вообще любой пломбир. Блин, смотри, какое красивое дерево. Надо нарисовать. Да, надо нарисовать. Теперь мы с Полиной рисуем все, что видим красивое. Полин, я нарисую тебя. Ну, потому что я тебя вижу. Самая красивая. Потому что ты красивая. На майские буду шопиться. А, я думала, это вопрос. Я не буду шопиться. Я не люблю шопиться. Тем более сейчас у нас все закрыто. Я хотела посмотреть, кто нас смотрит. О, Данил Однораленко. Здравствуйте. Сидите, ничего не говорите. Молчите. Что вам еще рассказать? Давайте я вам покажу. Переверну. Жуполину? Или не покажу? Вот такие вот где? Краеведы. Настя. Кто-то дроном снимает что-то. Это видеоблогеры какие-то. Ютуберы. Что он здесь пришел? Можно, пожалуйста, в эфир? Кто хочет в эфир? Сейчас я переверну. А нельзя два раза нажать уже, да? Что-то с Инстаграмом творится, конечно. Чудеса. Давай добавим кого-то. Просто смотри, когда я пишу добавить кого-то, только три человека. Ну, давайте я кому-то отправлю. Те, которые... Не могут. Видишь, написано, что... Подождите, друзья. Я разберусь. Отправьте, короче, запрос. Эх, блин. Добавляю. Ого. Привет. Привет. Ого. Правда?
Соня? Ты кота? Да. Мяу. Мяу. Добавь меня, давай меня. Они на тебя смотрят, потому что они любят тебя. Кто именно? Но кто бы ты ни был, все равно приятно. Когда закончишь, еще вернулась на кита, да? А, какой Ваня, спрашивает? Дорн. А, слушаем все Ваню Дорна, потому что Ваня Дорн самый лучший. Ваня лучший просто. Знаете, такого Ваня Дорна. Слышали когда-то? Да, мы с Лизой его очень сильно любим. Так красиво. Красиво? Если красиво, пришлите смайлик. Напишите Ване, да. Боже, тоже не смешно. Какая зеленая тряпка. Кто-то готовится к вечеринке. Мы с Полиной тоже идем на вечеринку, да, Полин? Да. Home party. Завтра. Да. Ну, Полина идет, а я нет. Может, вы знаете почему? Что, Полина меня не пригласила? Я бы сейчас пошутила, не могу. Ну, такие Ваня Дорн, фу, что? О, все. Нет, ну, подержи секунду. Я подержу сейчас. В смысле, фу, Ваня Дорн самый лучший. Ничего, да, боже, какие мне синяки ужасные под глазами. Какой ужас, Лиза. Надо было эффект надевать. Так, читаем. Полина сегодня ведет наш эфир. Привет, привет. Что за попугая? А, это если красиво. Очень оригинально. Я вам сказала попугая прислать. Можете говорити не на українській, а українською мовою. Ми можемо розмовляти українською мовою. Так, ми можемо. Адже це для нас не проблема. Бо ми... Я вчилася. Ми вчилися. Так. Українською. Ваня Дорн краш. Можна закріпити цей комент? Я ж що. Ваня Агризов. Сам ты такой. Какие-то... Полин, нет, не нужно. Это он писал. Не нужно. Это тот, который писал. Ну хорошо. Некрасивые вещи. Нельзя отвечать агрессивно. Некрасивые вещи пишешь. Каждый выбирает, какую энергию он сам посылает. Фу-фу. Фу-фу. Вот я вам сейчас скажу. Каждый из нас имеет энергию, и он транслирует ее в мир. И каждый решает, какую энергию ему транслировать, и какую на... получать. Хорошо. Твое вступление в трио на голосе — это разрыв сердечка. Спасибо большое. Ваня Дорн краш, топ. Да! Я стану идеальным. Я все для этого делаю. Нужные кошелки. Можно, пожалуйста, в эфир? Ваня краш. Боже, ребята, я вас обожаю. Ваня такой краш. Привет, классно. У нас снег еще. Ничего себе. Прикольно. Иван Дорн лучше. Какие песни самые любимые? Кроме все. Тебя. Кроме тебя. Ренессанс. Очень вайбовая песня. Мне нравится. Все у него классные. Полина, тоже моя свою думку. Кому что нравится Твидорн. Твидорн, да, Твидорн, да. Мне понравилось. Твидорн. Мне понравилось только Твидорн и все. Согласна. Да. Я видно. Вот. Можно и так, и так. Да? Хорошо. Ну, заметь. Я заметила. Ты так пришла, ну, заметь. Я заметила. Смотри, какое солнце. Сфоткай так, типа я солнце держу. Сфоткала? Сфоткала? Общаешься с Ваней? Да, с Дорном. Переписываюсь каждый вечер. Я завидую, Лиза. Можно в эфир? Давай добавим. Давай. Полин, давай. Это? Да. I'm getting ripped tonight. Yes! Ожидание. Мне звонят до слуха, мне опоздали, звонят до слуха. Привет! Привет! Спасибо, что добавила. Хорошо. А твои как? Да мои тоже хорошо. Чем занимаешься? Гуляешь где-то тоже? Я? Ну да, сейчас гуляю. Где? В парке. Мы тоже в парке. Как классно. Да, я там, где вы сейчас находитесь, я там с сестрой гуляла. Да? Класс. Ты с Киева? Нет, я не из Киева. А откуда? Я из Запорожья. Слушай, как много людей из Запорожья. Угу. Класс, что у вас в Запорожье есть интересного? У нас здесь ничего интересного нет. У нас тоже в Киеве ничего интересного.
Это дрон полетел? Он очень быстро летит как-то. Это как у Птушкина. Вы смотрели выпуски Птушкина? У него такие красивые кадры с дроном. Да, конечно, я знаю, что ты тоже его смотрела. А ты смотрела «Орел и Решка»? Смотри. Нет. Смотри. А вы смотрели фильм «Белевский»? Там ты тоже снимался в Ване Дорн, представляете? О, нужно посмотреть. Да, ну, скажу, что мне очень сильно понравилось. Очень красивый. Он очень красивый. Фильм. И очень-очень классный. Ну, он маленький, и можно было раздуть такую классную картину. Что еще? Лиза, расскажу? Можно, пожалуйста, с тобой сделать скриншот? Да, конечно. Спасибо. Класс, спасибо тебе, да. Большое. Люблю. Хорошего дня. Так, ребят, задавайте еще какие-то вопросы. Будем отвечать. Ну и Ваня Дмитриенко тоже топчик. Не... Блин, что надо сказать? Забыла. Согласна, то есть. Слушайте, я тоже из Запорожья. Все из Запорожья. Очень интересно. Я думала, Лизе лет 14-15. Да, есть такое. Как дела? Все нормально. Вроде нормально, да, Коля? Да. Очень классно. Что это за фотка? Ну, твоя. Это не моя. А что значит? Блин, ну это ж... Или это не твоя? Лиза, ты знаешь испанский язык? Нет. Полина знает. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Что-то есть такие слова какие-то, Полина? Yeah, bien, bien. Bien, bien. Передай приветик. Я Дашка. Дашка, передаю тебе приветик. А кто это рядом? Не знаю. Какая-то девушка. Я подсела, я хочу сфоткаться, а Лиза все идет в прямой эфир и не может со мной сфоткаться никак. Я просто никогда ни с кем не фоткаюсь. Да, 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 подходит. Конечно. Поэтому... Нужно сфоткаться? Ну, нет. У Полины всегда были светлые волосы или темные? У Полины были волосы. Темные. Начнем с того, что они у нее были. Такие, как у меня. Чуть-чуть темнее. Чуть-чуть темнее, но она потом покрасилась. Теперь она блондинка. Ей красиво. Поставьте сердечко, если Полине красиво. Нет. Просто в любом случае поставьте сердечко. Не захотел бы покраситься? Не знаю. Я когда-то красилась в темный. Очень не лучшие меморис. Может, сядем там, где мы с тобой сидели тогда? Пошли, если там... Я здесь выкину. Что это? Все закончилось? Я сейчас буду плакать. Есть еще один? Я знаю, Женя. Это тебе любовь. Я уже хотела сказать, что ты помолчала, но ты сказала все правильно.